ищите интересные дела. Вдохновение, неподдельный интерес к происходящему вокруг, желание добиться цели, как бы ни складывались обстоятельства, позволяют достичь успехов, которые прежде казались невероятными. Будет возможность восстановить старые связи. Не исключено, что давние знакомые предложат помощь или поддержат ваши идеи. Вторая половина дня дает шанс решить проблемы, прежде не дававшие вам покоя. Люди, тревожившиеся по пустякам, снова обретают уверенность. Это подходящее время для встреч с близкими, обсуждений любых вопросов, которые важны для всех. Овен, подходящий день для обсуждения любых вопросов, связанных с вашей работой или бизнесом. Вести деловые беседы можно в официальной или неформальной обстановке, результаты все равно будут отличными. Появляются новые интересные идеи, касающиеся работы. Станет ясно, с чего можно начинать реализацию самых смелых планов. Некоторые представители знака смогут найти общий язык с теми, с кем раньше часто ссорились. Остаются в прошлом многие споры и разногласия. Можно строить долгосрочные планы вместе с близкими. Телец, вряд ли события этого дня что-то кардинально изменит в вашей жизни, но все пойдет не совсем так, как вы ожидали, вероятны приятные сюрпризы. Хорошо проявить инициативу в делах, особенно если вы уверены в успехе и точно знаете, что можете добиться его самостоятельно, без всякой поддержки. Порой возникают мелкие разногласия, но вы быстро находите способ положить им конец. Стоит прислушаться к советам, которые дают старые знакомые. Не исключено, что вы получите какие-то полезные подсказки, поймете, как достичь давно поставленных целей. Близнецы. День приносит немало неожиданностей. Возможно, значительные перемены в планах. Потребуется гибкость, чтобы приспособиться к ситуации, при этом не отказавшись от своих целей и замыслов. Могут возникнуть разногласия с проверенными союзниками, все споры будут касаться только деловой сферы, вы не допустите перехода на личности, обмена упреками. Будет шанс наладить отношения, которые в последнее время складывались непросто. Вы понимаете, что на душе у окружающих, и не обижаетесь на тех, кто порой говорит неприятные вещи или не оправдывает ваших ожиданий. Можно разобраться в каких-то неприятных ситуациях прошлого, понять, почему все сложилось так, а не иначе. Рак. Беспокойный, но веселый и интересный день. Планы придется менять на ходу, поскольку события развиваются стремительно. Но вы все же успеваете приспособиться к ситуации и извлечь из нее пользу. Удачными оказываются многие эксперименты, а идеи, которые появляются у вас, нравятся почти всем вокруг. Возможны приятные сюрпризы, в том числе романтические. Это благоприятный день для встречи с любимым человеком. Найдется масса интересных тем для обсуждения, появится и дело, которыми захочется заняться вместе. Лев. День беспокойный, не лишенный неприятных моментов. Но вы сможете избежать и серьезных ошибок, и досадных потерь, если запасетесь терпением. Не всегда легко найти общий язык с людьми, с которыми вы раньше отлично ладили. Порой кажется, что окружающие слишком требовательны к вам. К счастью, на смену довольно напряженной первой половине дня придет более спокойная и плодотворная вторая. Интересные дела, приятные встречи, новые победы помогут забыть о мелких неприятностях. Вечер – отличное время для того, чтобы размышлять о чем-то важном. Дева. Первая половина дня проходит спокойно. Будет возможность завершить начатые дела, решить какие-то вопросы, возникшие раньше. Можно заниматься исследовательской и научной деятельностью, не исключены успехи в учебе. Позже могут произойти какие-то неожиданные события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Будет шанс пообщаться с человеком, с которым вы давно не виделись, восстановить какие-то старые связи. Некоторые представители знака смогут помириться с теми, с кем давно были в ссоре. Вечер порадует хорошей новостью. Весы, не спешите. Вы добьетесь успеха, если не станете никуда торопиться, будете идти к цели без всякой спешки и суеты. Важна разборчивость в контактах, особенно деловых. Не стоит доверять тем, кто легко дает обещания или из кожи вон лезет, чтобы завоевать вашу симпатию. Могут приятно удивить старые знакомые, от которых вы не ожидали ничего особенного. Дома возможны какие-то неожиданные события, перемены. Они станут для вас приятным сюрпризом и вдохновят. Некоторые представители знака получат подарки, которым будут очень рады. Скорпион. Возможно, недоразумения, порой складываются неоднозначные ситуации. Вы справитесь с трудностями, но для этого нужно будет постараться. Придется отстаивать свою точку зрения в спорах, вступать в неравную борьбу, заниматься делами, которые вам не по душе. Важно не жаловаться и сохранять оптимизм. Позитивный взгляд на жизнь помогает находить новых союзников и ладить со старыми.
хотя на пути порой возникают преграды, влияние позитивных тенденций заметно. Будет шанс реализовать какие-то старые планы, успешно завершить дело, которому было отдано много сил. Стрелец, настройтесь на серьезный лад, это поможет вам добиться успеха. Помогают старые друзья и проверенные союзники, совместная деятельность идет на пользу отношениям. Если вы возьметесь за дела, к которым раньше не решались подступиться, то быстро добьетесь в них первых успехов. Будет шанс научиться чему-то полезному у старых и новых знакомых. Возможны денежные поступления. Вы отлично справляетесь с решением финансовых вопросов, делаете выгодные покупки. Не исключено, что появятся новые планы, связанные с долгосрочными инвестициями или началом собственного бизнеса. Козерог, можно со многими делами справиться отлично. Будьте внимательны, старайтесь обращать внимание на мелкие детали. Именно это поможет вам избежать неприятностей, быстро добиться поставленных целей, принять верные решения в неоднозначных ситуациях. Вероятны необычные предложения о сотрудничестве. Дома возможны какие-то приятные неожиданности, перемены, новости, которые обрадуют и вдохновят вас. Могут заглянуть в гости люди, по которым вы скучали в последнее время. Найдется масса интересных тем для разговора. Водолей, день будет необычным и запоминающимся. Захочется нарушить привычное течение событий, и вы совершите поступки, на которые в другое время не решились бы. Возможны перемены к лучшему в отношениях с близкими людьми. Удается договориться о том, из-за чего прежде возникали ссоры, согласовать планы на будущее. Обращайте внимание на мелкие происшествия, возможно, это подсказки судьбы, которые будут вам полезны. Многие решения, принятые в этот день, окажутся верными. Вторая половина дня щедра на приятные сюрпризы и удачные совпадения. Рыбы, будьте осторожны и внимательны. Принимайте важные решения самостоятельно, не поддавайтесь на провокации. Так вы не станете жертвой чужих интриг, игрушкой в чьих-то руках. Если вы сохраните хладнокровие и здравый смысл в течение всего дня, то сможете избежать проблем и на работе, и дома быстрее найдете путь к цели. Постарайтесь воздержаться от незапланированных покупок, неоправданных расходов. Сегодня вы склонны к некоторому легкомыслию во всем, что касается денег, и можете потратить больше, чем следовало бы.